Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин вместе с главой городского округа Воскресенска Артуром Болотниковым встретились с представителями сферы культуры. Общение прошло в стенах ДК «Юбилейный». Никита Юрьевич также пообщался с участниками клуба «Активное долголетие». Говорили, нравится ли им эта программа. И, конечно, мы увидели очень положительный отклик. Это связано с тем, что программа работает в области всего лишь 3 года, но уже очень много людей вовлечено в нее. Я приглашаю всех воскресенцев, кому 60 плюс, прийти, поучаствовать. Это не только скандинавская ходьба, это прежде всего общение, это и разные спокойные виды спорта, и шахматы, и шашки, настольный теннис. В ходе рабочей поездки зампред побывал и в лицее номер 22, где встретился с педагогами. Подробности рабочего визита мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.